Бандара Resort & Spa. Бандара Resort & Spa был открыт в 2003 году. Расположен в 7 километрах от аэропорта Самуи на пляже Бобхут, что в 10 минутах езды от центра развлечений острова пляжа Чавенг. Корпуса и виллы этого прекрасного семейного отеля разместились среди пышной зелени тропического сада у белоснежного пляжа, омываемого бирюзовым морем. Отель имеет прямой доступ к морю. На обустроенном пляже установлены удобные шезлонги, зонтики, имеется бар, где в течение дня можно освежиться коктейлем или перекусить. Здесь же на пляже находятся два бассейна с видом на море, вокруг которых оборудована терраса для отдыха. При желании гости могут развлечься водными играми. Необходимый инвентарь предоставляет отель. В самом центре территории отеля, среди вилл, в окружении ухоженного сада, расположился бассейн, длина которого составляет 40 метров. Отдохнуть у воды можно в шезлонгах, а можно в беседках, создающих приятную тень. Для самых маленьких неподалеку оборудован отдельный бассейн. В баре у главного бассейна гостям с удовольствием предложат прохладительный напиток или мороженое. Любителей активных развлечений в отеле ждет огромная поляна с прекрасным газоном. Здесь и взрослые, и дети могут поиграть в футбол, волейбол, бадминтон или настольный теннис. Неподалеку от ресепшена находится библиотека и салон красоты. Там гости смогут с комфортом провести время как в течение отпуска, так и в ожидании своего отъезда. Бандара Resort & Spa предлагает проживание в трех отдельных корпусах и на уединенных виллах. Всего в отеле 168 номеров. Номера категории Deluxe Double занимают второй этаж отдельного корпуса у главного бассейна. Комнаты меблированы всем необходимым. Цветовая гамма интерьера включает терракотовый, бежевый и темно-ореховый тона. Ванная комната отделена от спальной зоны окном, располагает душевой кабиной и овальной ванной. С балкона открывается вид на бассейн. На первом этаже этого же здания находятся номера Deluxe Twin по планировке, аналогичной предыдущей категории. Отличаются они обстановкой спальной зоны. Вместо балкона в каждом номере имеется приватная терраса, выходящая прямо к бассейну. Категория Pool Villa Planche представляет собой уютные виллы, рассчитанные на двух человек. Жилое пространство разделено на спальную и гостевую зоны. Ванная комната оборудована стандартной душевой кабиной. Есть также ванна и тропический душ под открытым небом. Во дворе находится бассейн с оборудованной террасой, на которой установлена беседка. При желании в ней можно организовать сеанс профессионального массажа. Роскошные Pool Villa Suite были построены в 2014 году. Все помещения светлые и просторные, с современной мебелью, оформлены в стиле минимализма, без излишеств, но очень элегантно. Светлое дерево удачно сочетается с бежевыми, серыми и кофейными тонами отделки. Солнечная ванная комната оборудована душевой кабиной и квадратной ванной, в которой свободно помещаются два человека. На территории виллы есть бассейн длиной 6 метров. Вокруг него обустроена терраса для отдыха. В ресторане «Лилабади», находящемся неподалеку от ресепшена, проходят завтраки. Подают их в формате шведского стола. В меню – блюда международной и тайской кухни. Посетители могут с комфортом расположиться для трапезы на террасе.
Пообедать и поужинать гостей приглашает ресторан «Чом Дао» на пляже, специализирующийся на тайской и европейской кухне. Посетители обязательно смогут выбрать что-нибудь себе по вкусу из широкого ассортимента морепродуктов и блюд барбекю и устроить праздник вкуса на террасе прямо у моря. В этом же заведении проводятся курсы тайской кухни, на которых опытный шеф-повар делится опытом в приготовлении кулинарных изысков. Лаунж-бар «Линк» находится в лобби отеля. Здесь можно собраться большой компанией перед широким экраном на просмотр спортивных событий, сыграть в бильярд, воспользоваться Wi-Fi. Тут же над декоративным водоемом установлены специальные матрасы, на которых приятно отдыхать за чтением книги или наслаждаться тайским массажем. Для деловых людей в отеле предусмотрен конференц-зал, располагающий всем необходимым для бизнес-встреч, мероприятий и собраний. Оставаться в хорошей физической форме гостям помогут тренировки в фитнес-центре. Для комфорта посетителей здесь также оборудованы душевые. Для желающих приобщиться к йоге с радостью даст уроки опытный тренер. Занятия можно провести в любом удобном месте на территории отеля. Центр «Бандара Спа» занимает отдельное здание. Он предоставляет услуги высочайшего уровня, за что отмечен множеством наград. 5 приватных павильонов для спа-процедур расположены среди тропического сада, где умиротворяюще шумят фонтаны и поют птицы. Усилить ощущение релакса после процедур можно в саду, либо в джакузи.